важным событием в жизни нашей страны явился 15-й съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Съезд, в котором участвовали посланцы многомиллионного комсомола, с новой силой показал непоколебимую сплоченность советской молодежи вокруг коммунистической партии и ее боевого штаба Ленинского Центрального Комитета. Выступая на съезде с заключительным словом, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Павлов сказал: «В этот торжественный час от имени 23 миллионов комсомольцев, от имени молодого поколения страны мы говорим родной партии, что не пожалеем энергии, отдадим все силы, весь жар молодых сердец великому делу строительства коммунизма». Делегаты приняли обращение к прогрессивной молодежи всех стран в связи с агрессией Соединенных Штатов Америки во Вьетнаме. 15-й съезд ВЛКСМ единодушно принял письмо Центральному комитету Коммунистической партии Советского Союза. Ленинский комсомол — верный и надежный помощник партии.